Ну что, тебе тут нравится? Очень. Я люблю. Ну, может быть, там руки помыть интересно было бы. Холли. Холли. Холли Пауэр. I've got the power. Море у высшей силы больше способностей. А-а-а. Мы находимся сейчас в Бахайском парке. Это религиозное место. Диночка, да. Видишь, ты так одела кикой. Очень красивый парк. Ну что, тебе тут нравится? Очень. Что это за растение? Розмарин. Розмарин. Душистый-придушистый. Гранатовые деревья. Смотри, какие тяжелые гранаты, ветки вниз опускают. Что это за цветок такой? Суданская роза. Чай каркаде. Чай каркаде. Ну, это цирковый. Ну, здесь дорожка тоже красивая. Я не пугаю, я... Я... Акко, да? Мы сейчас находимся. Да. Город Акко. И мы идем на центральный рынок, да? Понял. А у нас эти электронные. Ты была 3 месяца не курила, приехала опять. О, как красиво. Надо тебе сказать, не курю и все. Я поправился. Я сел на... Водосток посреди улицы. Начал заниматься спортом. Я сейчас минус 7 килограмм. Это называется турецкий базар. Если мы идем на базар, это турецкий базар. Выглядит забегаловка. Очень аутентично. Это тоже еще продолжение турецкого базара? Это базар. Это уже просто базар. Да, это их не базар. Ой, какая города. Прелесть, смотри какой. И арка, и такая. 5 лет учиться, чтобы выучить свою выходку. Это фугу? Не знаю, что это называется. У нее песня не ядовитая. Фугу. Конечно. Лень мне сейчас заниматься. Возвращаемся. Ну, на обратном пути, да. Специи пахнут. Купим. Дорога. Обратите внимание, что тебе нравится, может, найдешь это красивее. Ой,
Выходим к воде. Да, да. Сейчас бросим взгляд на Марину, пойдем назад, будем двигаться в сторону еды. Марина Ахо. Просто вот лодки стоят возле пирса. У евреев пост и другие дни. Евреям практически не запрещают, но очень нежелательно идти в море. А почему? Сейчас в море выше силы, больше способностей. Тебя захотят наказать сверху, в море намного легче. Хайфа. Городок симпатичный. Да. Сейчас мы приехали в то место, где первые христиане крестились, и это река Иордан. Как вы думаете, какая она по размеру? Большая, широкая? Внимание, река Иордан. Твоими же словами, прекрасно. Маленькая, но очень знаменитая. Да, маленькая, но очень знаменитая. Ну, может быть, там руки помыть интересно было бы. Я не пример, но меня не тянет. То есть, кто-то хочет почувствовать эту воду... Я думаю, что почувствовать надо. Можешь спуститься. Вот там вот они в белых халатах спускаются. А, я вижу. А вот как это происходит, видите, вот ребята идут в этих белых халатах там. Речка Иордан. Диночка, ты будешь умываться в святой воде Иордана? Не уверена. Почему? Давай. Я тебя пофоткаю. Смотри, утка. Чистит перья. Да? Да. Давай. Что, пора? Пора. Прям здесь? Прям тут. Прям сейчас? Прям сейчас. На камеру? Как хочешь. Нет, такая... Я шучу. Кстати, несколько видов рыб. Ты ее пьешь? Нет, пить ее не стоит. Рыбы вообще не боятся. Они, я думаю, привычные. А, вода так сильно. Я думал, что она будет как это самое. Холи. Холи. Холи пауэр. Холи пауэр. I've got the power. Класс. Вот как это место называется? Ой, я не знаю, как эта точка называется именно. Голан Вулканик Парк. Голан Вулканик Парк, это вот здесь вот. Вот это вот написано Маагар Кунетра. Маагар Кунетра, вот это вот, это уже сирийская часть. Вот то есть вот это за водоемом, это все вон, уже сирийское. Видишь линия? Да. Идет асфальт, белая дорога поднимается в горку, возле нее как забор такой. Да, да. Это граница. Вот ты можешь по ней, там она пропадает, вон там она возвращается, ее линия. Понятно. То есть вот этот водоем, это получается Сирия тоже уже? Тоже Сирия, да. Мы ух отсюда ты видим Сирию. Прикольно. А это что такое? Это же вот этот как раз Вулканик Парк? Да, это парк. Как они тебе рассказывают, как создалось вот все это вулканически, как оно образовывалось. А, понятно. То есть это как бы в миниатюре, макет. Да, да, да. Ну что, красивенько.
войны, ты сюда приезжаешь, и ты слышишь, как они там воюют в Сирии у себя. А там именно у них военные действия идут? Вот сейчас армия Асада возвращает себе вот все эти территории. Ой, спасибо. Так, друзья, мы приехали в очень древний город, который назывался Кесария. Это то место, где городом управлял царь Ирод. И сейчас мы пойдем внутрь. А можем пока познакомиться. Вот Михаил, я. Все яхтсмены. На YouTube, на YouTube. Здесь были крокодилы. В этом рве крокодилы были? Короче, вот это вот место, в котором можно было отдохнуть, такой был типа фонтана, и здесь была питьевая вода. Эти все статуи, это все оригинальные. Статуя кота тоже вполне оригинальная. И три голубя. Да. Коммерческий порт. Проход в древнем городе. Мы сейчас идем на пирс, в порт, в древний порт Кесарии, или Кесарии, Кесарии. Очень прикольно тут то, что здесь все камни, это старые, и в них рестораны идут, это уже новые, совмещают старину и современный стиль. Прикольно. А вот эта бухта, только с другого ракурса. Там, где я показывал, мы были вот там. Вот. Сегодня, да, сегодня погода такая, смотри, тучи. Говорят, утром был дождь. Да? Да. Ну ничего, мы завтра пахнет выходим. Пахнет морем. Пахнет не океаном, а морем. И свежесть офигенная тут. Погода супер. Тут находится дайв-клуб. А вот эта электростанция в Хайфе и большой пирс, и, видимо, туда там привозят топливо, не знаю. Я так понимаю, что эта штука работает, наверное, на газу. Миша, эта электростанция на чем работает? Это ипподром.
Не-не, я имею в виду сама электростанция, на чем она работает? Газ теперь уже. Это который вот кораблями мазута, привозят? Мазута и газ. Красивенько тут. Пошлый, да. С ружьем. А это купальни. Вот написано The Governor's Place Bus. Палас, извините. Понимаю, что это вот купальни. Очень древнее все, очень древнее. По преданию, здесь, в Кесарии, под стражей находился Иисус. И потом его отсюда привели в Иерусалим. Вот. А тут Миша рассказал, что вот в этом месте большое количество артефактов, колонны под водой стоят, можно понырять. Миша, сколько по площади вот эта вот территория, которая с колоннами под водой? Вот это вот отсюда начинается, вот под водой там и колонны, и старые развалины, и керамика разнообразная, и люди здесь находят очень много золота. Это действительно так. Артефакты? Артефакты. Артефакты и просто монеты золотые. Ух ты. Эмма Чаплин. Эмма Чаплин, помнишь такую? Да. Вот Эмма Чаплин здесь выступала, обалденно. Он там же вообще, это греческий хор там. Я был в шоке просто отсюда. А мурашки по коже шли, как они пели. Машина времени, повороте. Это все здесь были, да? Да, Эмма Чаплин была где-то. Больше всего, кстати, мне понравилась Эмма Чаплин. Прикольно. Здесь классное место тем, что вот прямо вот буквально совсем чуть-чуть море. Амфитеатр стоит прямо на открытой территории. Здесь очень классная акустика. Серьезная здесь сцена. Миша, ты говоришь, что это все из-под воды? Все из-под воды, и можно как кто дайвингом занимается, вот это все видеть под водой. Оно вот в таком виде находится? Ну, не на колоннах, конечно. Нет. Вот эти мраморные вещи, они под водой практически не... Не цветут? Что, мрамор не обрастает? Ну, не совсем, но вот... Вот как там, вот так вот, вот с такими вот. Ага. Ну, очень чистые под водой. Прикольно, то есть их вообще хорошо видно.